Да правда, что ли? Опять. Позже этой ночью. Всякая херня случается. Все, забирай последний маг. Вау, мне его хватило почти на всю игру. И удушающие стрелы возьму. Не знаю, какой больной человек что-то будет складировать в этом ящике, ну ладно. Катсценка. Тебе что-то переменилось, дитя теней. Ты чай принесла, что ли, опять? Что на полке такое голубое висит, лежит, стоит? Баланс Примали нарушен. Она говорила с тобой, но ты не слушал. Ты говоришь об Эрин. Сила Примали не просто вошла в нее. Она сделала Эрин частью города. Если Эрин умрет, пока Прималь в ее теле, весь город исчезнет. Словно его вообще не было. Барон думал, что Прималь можно извлечь с помощью всех осколков. А, вот что это. Ты... это еще не все. Но ты видел недостающую часть. Думай. Орион. Сегодня ночью ты должен попасть в собор. Укради последний осколок у Ориона и найди способ извлечь Прималь из Эрин. Она должна выжить. Ты нужен городу, Гаррет. Я не спаситель. Нравится тебе или нет, но человек не остров, Гаррет. Что? Ну ладно, рыба не компьютер. Чтобы быть одиночкой, кошелек надо, чтобы не пенопласт. Сторониться. Что это за дебилизм? Человек не остров, картон не бетон. Просто охереть. Кто это писал? Какой дегенерат? Правда. Этому человеку нужно выписать премию. Да даже Дарвина не подойдет, ребята. Если надо какую-нибудь особую премию. Премию того человека, который получил премию Дарвина. Чтобы еще более тупой был. По-моему, Рианна Пратчетт написала, насколько я знаю. Ох, если она сильно, она... О, боже, пусть она отойдет, пожалуйста, от видеоигр. Забор она с Tomb Raider сделала говно. Он стоит заброшенный с незапамятных времен. О боже, кого мы будем убивать? Конечно же, того самого ненужного человека. Еще не поздно, друзья. Примите рассвет и станете, о, господи, одними опять фризы. Из нас. Через месяц после релиза эту херню так и не поправили. Посмотрите на это. Посмотрите на это. Вот что... Все зависло вообще. О боже мой, посмотри. Господи! Яйца город мои выкрутите, пожалуйста. Новая основательно уже. Вступила. Давайте. Благодаря Ориону. Эта игра выкручивает яйца. О боже, посмотрите на это, что это? О, как все сложно. Как все сложно. Она из Tomb Raider сделала говно, и Стив сделала говно. Mirror's Edge тоже сюжет говно, никто не играл в Mirror's Edge ради сюжета. Напишет это говно, кто ее приглашает вообще писать что-то, а? Выдайте ей учебник, я не знаю, по литературе, пусть поучит. Почитает что-нибудь, а хрестоматию какую-нибудь для детей пятого класса. Всё, нам насрать, чувиха. Пожалуйста. Кто-нибудь. Ты что-то забыл, Гаррет? Тебе дать по яйцам, чувак. А, новый главарь угриедов, засранец хуже. Да насрать. Я понял. Насрать. Я знаю, что насрать. Я знаю, насрать. Красивый глаз, Гаррет. Удачи не желаю. Ты в ней не нуждаешься. Fuck you. Сэр. В личной казни последнее развлечение. У меня есть товар для темных дел. Кретин.
Угу, это возьмем. Сила стрельбы в жопу. В жопу. В топку. Да, сейчас это мне очень нужно. Вау. О май гад. Так нужно. Просто капец. Вы можете получить столько денег, если вы пройдете игру и заберете все коллекционные предметы. А, да? И куда? Ну, спрашивается. За... То есть, ну, вы возьмете вот эту херню, и для чего она вам нужна будет? Если вы уже собрали все коллекционные предметы, у вас нет смысла возвращаться назад. Не знаю, это что-то непонятное мне. Мака возьмем. Катан пикстрел побольше. Водяных пополним запас. Охотничьих маловато. А, все у него закончились. Удушающие я только что взял. Тупые. Для так, теперь надо посмотреть, где, в... где находится эта срань, которую мне надо добыть. Где я, во-первых? Ну, здесь, видимо. Или нет? Я-то где? Алло, гараж. А, вот, я был просто за значком. Курсор исчезает за значком. Окей. Здесь ничего. То есть мне надо вернуться назад. О, как все сложно. Окей. Надо еще к механику зайти, у него задание есть. И это последнее будет задание. Потом, может, у Баса еще будут в следующей главе задания. Точнее, после прохождения 7 главы. Черт их знает. А может, нет. Если да, то... О, господи, я счастлив. Я так счастлив. О, фризы. Вот фризом я несчастлив. Это вообще капец. А чё, где все враги-то? Чё, их не стало, что ли? Куда-то враги ушли? Ой, правда, что ли? Мне наконец-то дадут побегать нормально? Ой, слушайте, всегда мечтал. О, господи, как же хорошо-то теперь, а? Я сейчас скончаюсь отчасти. И что за говно? Не знаю, мне говорят сюда зайти, но здесь прохода нет. Не знаю как, не знаю зачем, не знаю кто, не знаю за что, но мне абсолютно насрать. Наверное, так, там как-то можно зайти. Давай задание свое. Я занятой человек, но для тебя время есть. Металлический человек почти готов, мастер Вор. Не хватает только двигателя. Или на понятном тебе языке его сердце. Оно находится у человека. Спасибо, что думаешь, что я имбецил. Он делает часы. О, так ты про него слышал? А ты знаешь, что часовщик сошел с ума? Сумасшедший кретин создал сердце до того, как спятил. С тех пор он заперся у себя дома и не высовывается. Именно там ты найдешь механическое сердце. Ой, скучно, как капец. Насрать. Прекрасно. Мы еще соберем металлического человека. Безумный часовщик живет в Стоунмаркете. Рядом с Грандмауденом. Да насрать мне, чувак. В доме. Ну все уже сказал. Стоунмаркет, Грандмаудер. Что за говно ты мне говоришь? Все на карте есть, господи. Хватит говно катать. Или червей там греть у себя под губой. Где эта херня? Вот здесь что-то, вот здесь куда-то можно залезть, я помню. Вау, это же проход есть. Может быть, здесь есть стрелы. Никаких стрел. Блин, я уже забыл, что я здесь был когда-то. Но все равно это мне ничего не дало. Или дало.
Вау, здесь можно пройти на другую локацию? Я не знал. Впервые это место вижу вообще. Окей. Хорошо, что здесь нет чувака, который показывает всем взрывчатку себя на яйцах. Такс. А сейчас я в каком говне оказался? Так он все равно не здесь. А, это переключатель света. Пришло, брат. Мы возвращаемся в храм, чтобы встретить рассвет. Гня... Да. Я не пойду. Не пойду. Собственный город. А теперь скажет убить друг друга. Как говорят неверующие. Прости, брат, но ты сбился с пути. Мы все сбились. Это уж точно. О, сейчас как-то здесь высоко прыгать, я думаю. И опять какая-то херня, которую я не активировал. Эй. Ну что, он уйдет куда-нибудь? Не... Ага. Как это мне надоедает. Ты тупой. Ты тоже тупой. Вопрос. Что за говно? Я зря спустился. И он здесь не может... А, потому что бочки. Вы что, бочки-то вообще не перепрыгнуть? А здесь-то нахера? О, господи. Я серьезно это говно еще не собрал? Ух ты, я еще пришел в нужное место. Молодец. Остался в живых. Последний герой, мать твою. Из дегенератов. Я только чувствую, что эту игру делали менеджеры Ютуба. Ну правда. Как же мне тебя задеть? Говно! Говно, говно, говно! F9 нажимаю уже. Полное ужасное говно! Говно, 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 говно. Говно. Говно, говно. Игра. Сив, говно! О. Никому не надо ее. Давным-давно. Как мне туда попасть? Кто мне объяснит? Как мне туда попасть? Кто-нибудь мне скажет? Мне надо на бочечке, наверное, встать, да? Я надеюсь, если я здесь прыгну, то я же не убьюсь. Очень надеюсь. Даже если убьюсь, то насрать. Что там такое? У тебя в штанах что-то зашебуршило. F9, пожалуйста. Как попасть в это говённое окошко? Мне надоело уже. Я из-за того, что эти козлы ходят, не могу сообразить, как туда попасть. Потому что от них еще надо скрываться. Это просто... Это уже надоело, серьезно. Как попасть в это сраное окошко? Как? Это невозможно при такой коробке. А,
Мне нужно две веревки здесь, представляете? И это так логично. Когда одна веревка, потом вторая веревка. Просто зашибись. Две веревки на это говно тратить. Чтоб ты пенис свой выкашлял, урод. Чтоб разработчики свой пенис выкашляли, даже если у них нету пениса. Все хорошо, все в порядке. Я выполнил задание? Что? 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 Посмотрите на это. Так. Украдите церемонию. Я только что ножик украл. Вы не говорите, что игра поганула, пожалуйста. Алло, гараж. Так, еще разок. Еще разок перезагрузка. Еще разок. Так. На всякий пожарный. Здесь пахнет рекой. Нет, прицела замечательно. Так, цели. Украсть церемониальный нож. Следить. Окей. Вы только что видели, что мне нихера не дали это. Не засчитали задание. Почему мне говорят вниз идти теперь? Какой сегодня в жопу холодно. Там нож может быть? Он что, внизу? Серьезно? То есть я этим занимался зря. О, карта потрясающая. Он внизу. Да вниз ты... Я уже вперед пробел нажал. Боги на пороге. Вперед пробел. Вперед. Вперед Вперед пробел. Вперед пробел. Слушайте, он не прыгает. W пробел. Теперь я нажал назад пробел, и он прыгнул. Так, это была вилка. Это был нож. Это не тот был нож. Окей. То есть я должен какой-то другой нож найти. Хер его знает, где он там, но я его надо найти. Окей. Окей, он внизу. Но карта хер просышь, как понять. То ли внизу, то ли вверху, то ли в жопе, то ли в другом месте. Как мне туда попасть теперь, хер поймешь? Какой кретин это все придумал. Они не могли хотя бы сделать, ну вот просто как бы... Вместо кругляшков, если, допустим, ниже на карте находится это дерьмо, то поставить эту, не знаю, стрелочку вниз вместо кругляшка показывать. Что это за жопа? Так-так. Открыто пытались это сделать, но нельзя заставить город забыть старых поминок аптекаря. Чем? Еще пахнет черноземом или засохшей древние ритуалы. Выжимая зверобойка. Как интересно. Журнал «Восковой ведьмы». Древние не обманули, мертвые могут отгонять мрак. Я поставила 3 дюжины свечей и уже чувствую, как голоса умолкают. Надо торопиться. Мне нужно больше компонентов. Хорошо, что в канавах сейчас так много крови. Вау. Имело бы это хоть какой-то отклик на сюжет, я был бы так счастлив, но... Как хорошо быть пиратчиком, можно забить на это говно. Ведь... Единственное... А, я еще сразу могу этого задания выполнить. Раз я рядышком. А давайте выполним. Раз я рядышком. Чего бы нет-то? Я все равно же сюда вернусь. Окей, разбитое сердце. Давай. Надеюсь, что оно будет быстрым. Я, может быть, пройду так же, как и задание Витари последнее. Просто забью всех палкой и все. Ковырелкой.
Что можно здесь сделать? А, это просто дом, да? Может быть, здесь будет какой-нибудь хоррор? Украсть все. То есть здесь врагов не будет, действительно. Хватит игнорировать мои письма! Я знаю, ты заперся в своем доме, я знаю, что у тебя сердце металлического человека, я знаю, что механик пичкает тебя ложью, и ты тоже... Ты выше этого, часовщик? Мы все еще можем собрать металлического человека? Мы все еще. Вместе! Ответь скорее, я отберу сердце силой. А, сейчас. У тебя силёнок не хватит, задрот. Тище. Козел. Стены сюрприз. Кто-то не любит гостей. Окей. Окей, сейчас можно будет пройти сюда, видимо. Дневник часовщика. Символы, шаблоны, они в подвале, вырезаны на древних камнях реликвии ушедшей эпохи. Кто их оставил? Что они означают? Это предупреждение, указание? Я должен их расшифровать, принести порядок в хаос. Они центральный элемент этой великой головоломки. Головоломки чего? Я объясню, ты дебил. Вот головоломка, все, решение готово. Поздравляю. Я понял, что надо стену сдвинуть. Тут же еще и лестница наверх. Подвал. Подвал опасно. Когда его в Gone Home, я чуть не обосрался, когда туда вниз прошел. В подвал. Блин, даже Gone Home интереснее играть, наверное, во второй раз, чем в эту игру. В первой. За что вы так со мной? Лучше бы в Dark Souls 2 поиграл. Серьезно. Ну все, поздняк метаться. Чё? Дорогой часовщик, друг мой, как давно мы не виделись. Очень жаль, что наше партнерство так внезапно закончилось. Барон не позволил мне как следует попрощаться. Возможно, у нас будет возможность продолжить работу над механическим человеком и на этот раз на наших условиях. Пожалуйста, подумайте над этим. Тем временем изучите мои выкладки, которые я прислал вам домой. Считайте это подарком от коллеги ученого. Я свяжусь с вами, чтобы узнать, что вы думаете, механик. Выкладки, которые я нашел у порога, да, там, где большими буквами было написано, псих. Какие-то два невротика задрота. Ну, вроде меня, естественно. Да, я знаю. Ну, здесь нет врагов. Представляете, мне даже интересно этим заниматься. Когда врагов нету. Можем все обшарить, найти какие-то записки, почитать что-то. Прикиньте. Мне даже нравится этим заниматься. Я дверки, естественно, закрою. Хотя это не влияет ни на что здесь уже. Но... Слышь, хоры динкать. Надо еще все перепроверить. Вдруг что забыл? Может, какой-нибудь трупер где-нибудь есть, нет? Заниматься какие-то проблемы сейчас были. Проект Маятник 1. Барон Фор Нордкрест... Барон... Что? Барон Нордкрест превратил финансирование проекта механического человека как... Прекратил. Финансирование проекта механического человека как раз, когда мы были на грани прорыва. Моей зарплаты едва хватило оплатить похороны Джаспера. Он заслуживал больше... лучшего. Ну и большего тоже. Без него дом опустел, но без финансирования я вынужден работать в ограниченных условиях. По крайней мере, я буду полностью погружен в мой следующий проект. Я должен написать инженеру о работе и о символах в подвале. После наших с ним разговоров в голове проясняется. То есть мне нужно собрать... Представляете, здесь нужно собрать все данные, по дому пройтись... Ух ты, здесь что-то есть, прикиньте. Какая прелесть. Вау, я даже что-то собрал. Вставление Уайтридж. И ачивмент получил, какой поворот. Маковка. Все, да? Окей, мне в подвал пока что не нужно.
Проверяет маятник, день 11. Мои глаза видят стену передо мной, мой разум достраивает картину. Комнату вокруг меня, пол у меня под ногами придает форму теням. Реальность — это уютное материнское чрево или гроб. Наш разум предает нас, Джаспер. Вокруг нас неисследованное пространство. Везде. Я должен тренировать разум, чтобы увидеть их символы, могут быть ключом. Чашечка, я тебя заберу от этого козла, который тебе не моет, наверное. Я тебя помою с мылом. Чашка сейчас должна заплясать в кармане. Так, ей! На самом деле я тебя продам в рабство. Неграм. Да, неграм в рабство. Она сама разбилась. Жалко, граммофоны нельзя поюзать. Трактат о пространственной теории Воклида. Несколько лет назад произошел знаменитый эксперимент Воклида. 10 подопытных с нарушениями пространственного восприятия были заперты в приюте Мойры в темных камерах нестандартной формы. Эксперты наблюдали 3 недели, чтобы оценить их восприятие пространства. На 2-й неделе один подопытный сбежал, его нашли в бессознательном состоянии в переулке позади приюта. На вопрос, как он выбрался из своей камеры, подопытный сказал: «Основной трактат вырван». Всем насрать. Ну зашибись. Как мне нравится этим заниматься. Кто бы знал, просто обосраться. Оу, щет. Где же лестница? Чё произошло? А, дверь открылась. Нихрена себе. Устроил он тут здесь все устроил. Ой, сколько кнопочек. Нахрена тебе еще столько шестеренок, чувак, ты помешался, что ли, на них? И это все я делаю ради... А, нет, вот записочка. Пришли новые материалы, спасибо механику. Сперва они казались разобщенными, но при ближайшем рассмотрении мои теории стали подтверждаться. Надо снова браться за работу. Ремонт в подвале почти завершен. Я нашел еще несколько древних символов. О, даже гиту нельзя взять. Капец. Мне приснился мир с движущимися стенами, смешавшимися и искривляющимися вокруг меня. Сперва мне казалось, что они двигаются в такт биению моего сердца. Но потом я понял, что ими управляет вечное движение города. Я пытаюсь повторить этот опыт, я почти там. Что, тебя дверью задавило, что ли? О, отлично. Стеной, точнее. А-а-а. Кто такие картины рисует? Они могли чем-нибудь покрасивее сюда запилить? Они думали, что это будет страшно? Или что? Просто я не понимаю, честно. Неплохо, часовщик. Но чтобы защититься от меня, лабиринта не хватит. Ну нахера нам наверх? Ну, наверное, зачем-то. Мне не нравится этот звук. Там по-любому какая-то жопа. Но по-другому никак пройти нельзя. Вау, дополнительная миссия лучше, чем основная миссия. Ух ты. Лучше, чем основные. Посмотрите на наш город. Когда-то здесь была нетронутая земля.
Теперь это бурлящий котел человечества. Мы видим, как растет город, одно событие за другим в линейной последовательности, но наше восприятие не точно отражает реальность. Город — это все сразу. Девственные сельские местности, переполненные улицы и безжизненные руины. Все моменты времени существуют одновременно друг с другом. Это наша задача — сломать модели человеческого сознания. Только тогда мы сможем по-настоящему понять смысл времени. Остальная часть материала, как обычно, отсутствует, потому что никто не хотел нахер ее писать. Моя работа продвигается, я-то полагал, что работаю над устройством механических людей, как тривиально, как близоруко. Проект «Маятник исследований пространства и времени», они связаны, надо только понять как. Я вдруг понял, что работаю уже 30 часов к ряду и пропустил встречу с механиком. Ладно, механические люди больше не важны. Псих! На это уходит больше времени, чем я рассчитывал. Что мне с этим делать? Где оно? Так, не сосал. Документы. Я что, в трофеи зашел, что ли, случайно? Твою мать. Так. Проект «Маятник». Это не то. Не то, все не то, не то, не то. Так, я подумал, что надо какой-то из этих символов создать, но... Ну, допустим. Упа-дупа-дупа. Так, какие-то уже... Там, внизу. А я просто потыкаю. Все сложно, все сложнее, чем я думал. Так. Ну явно не этот надо первым. Я хочу уйти отсюда. Почему-то нажимая вправо, начинает двигать какие-то непонятные стороны. Господи, хер просышь. Что с этим делать-то? What the fuck? Надо было просто тыкать, как-нибудь там оно само сложится. В жопу думать. Нет, спасибо. Как-то так, так, еще потом так, это еще... Так, так, и так еще. А потом вот так вот. И, короче говоря, вот так. И затем так вот. И, в общем, вот так. И затем как-то здесь. Так, надо что-то здесь тут. О май гад. Дабл. Засуйся. Так, окей, низ я уже сделал. Ну, блин, вот постоянно посередине остается вот эта херня. Теперь здесь высовывается. А, ну все. Сейчас я все сделаю. Я просто тыкал. Я просто тыкал кнопочки, ребят. Ну, понятно, там... Просто надо... Если ты... Если какая-то деталька с какими-то другими детальками соединяется, то она вместе с ними и ползает вниз-вверх. А так надо... Что? 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 Музыка почему-то играла. Наверное, мне стоит сходить в подвал. Почему музыка играет? О, боже мой. Так, сначала на этот. Потом нужно пойти на вот этот, по-моему. Документы. Так.
О, боже мой, сейчас сюда все время заходить. Так, на кругляш с ушками, потом на радующегося человечка во время возбуждения, затем на упавшего покемона или тазилибоба. Так, а потом на беременную бабу с глазом в жопе. Так. Что-то ничего не вижу подходящего. Где радостный человек с во время возбуждения? Что-то здесь такого нету. Я не вижу. А, вон вижу, ни хрена себе. А, мне нужно пройти, это путь что ли такой был? Окей. Так, потом сюда. А потом... А где баба беременная? А, вот она. Все что ли? Быстро. Привет! Признание часовщика. Это документ, поток слов, буквы, символов. Среди хаоса выделяется несколько осмысленных фраз. Эту ночью я вошел в стену, открыл брешь, залез в нее, и темноту меня позвал. Голос Джаспера, мой мальчик, жив в другом времени. Я шел за голосом 7 часов. Вдруг откуда ни возьмись, появился зимний боба какой-нибудь сверху. Пытается меня изнасиловать или повновили напасть на меня. Не знаю, что музыка заиграла. Ну окей. Не знаю, что кто смог прийти. Зачем сюда кому-то идти из врагов, но окей. Ну если что, надую похари кому-то. Мне же еще что-то украсть надо. Надо, я еще в подвале не был, кстати. Поэтому в подвальчик сейчас зайду. Почему музыка играет? Просто вот ответьте на этот простой вопрос. Как может быть опасно и получить по яйцам? Сейчас я не всосал. Здесь кнопочку нажмем. Так, я заблудился. Так, окей, здесь прохода нет. А, может через кухню? Так, окей. Но не понял. Что-то вообще не понял сейчас. А почему? Что? Что произошло вообще? Почему дверь закрылась? У меня неожиданно место закончилось на жестком диске и даже не осознал этого. В общем, я нашел проход. Вот он, выход здесь. Оказался сбоку открыт. И я где-то пропустил одну единицу добычи, я не знаю, где она. Так что вы ничего не упустили. Хер его знает. Где-то на шкафу, может, валялась, я опять упустил. Так что насрать. Здесь на шкафу, может быть. Где-то здесь на шкафу. Может на унитазе, может в сральнике. Ни хера тут нет. И музыка продолжает играть. Я не знаю, что она включилась, но это баг.
она просто включилась и начала играть по какой-то причине, по непонятной абсолютно причине, просто начала играть. Да, свалим из этого говна, спасибо. Не знаю, где я просрал, но и не с добычей. Где-то.